что ж, класс, здравствуйте, рада вас всех видеть на своем уроке. Здравствуйте. Итак, кто хочет ответить урок, кто хочет ответить домашнее задание? Угу. Давайте, поднимайте руки. Я не хочу. Вижу прям лес рук. Как всегда, лес рук. Ну что ж, тогда пойдем по списку. Так, отвечать будет... Пожалуйста, только не я. Так. Ага, о. Дружочек. Ну что ж, давай, отвечай. Отвечай, урок, но прежде ответь мне, пожалуйста. А где ж ты был все это время, друг мой? Мы с классом по тебе соскучились. Что-то я не наблюдаю тебя на своих уроках. Ты, наверное, считаешь, что мой урок неважный, и его посещать не нужно? Да. Я тебя в прошлом году тащила за уши на четверку. В этом году я это делать не буду. Поэтому потрудись ответить на вопрос, где ж ты пропадаешь, а? Объясни мне, пожалуйста, и что ты такое важное делаешь, что ты даже не удостоишь нас своим вниманием на моем уроке? Татьяна Сергеевна, простите меня, я была на курорте, я плавала, отдыхала, прости меня.